Каждая из этих веточек, она, ну, святая. Она как амулет. Чуров. Потому что это... Сейчас вот, когда они слышали, в Киеве когда был разрушен древний этот пантеон славянских богов. Сейчас делается. Ну, и каждая щепочка от этого бревна, которую потом будут видеть миллионы людей, миллиарды, все человечество будет видеть, как в России. И впервые за 1000 лет опять восстановили пантеон славянских богов. Русская культура будет подниматься вот с этих полянок. В смешной деревне с под названием Полеводка. Да, поэтому, чтобы все нормально было, это не религия, это семейные традиции. Нам очень важно, чтобы был муж-жена. И чем больше таких людей муж-жена приходит, тем лучше. И чтобы все другие тоже у всех все было. У всех все было. И... Я даже туристам объясняю, рай это солнце, ай луна, а рай когда солнце и луна вместе. Чтобы у каждой женщины был свой мужчина, у каждого мужчины свой мужчина. Семейный. Для этого нужно, чтобы семейный очаг зажигался. Ага. Огонь нужно зажигать, вот не спичкой, не зажигалкой. Одним ударом ножа зажечь огонь, значит ты что-то тут интересное. А если спичками, то это фраеров разводит. Поэтому не верьте, шаманов зажигают одни спичками. Это так. Юморист. Вот, а вот. А за огонь нужно, чтобы его держать. Если огонь на масленицу зажигает, никогда отпускать нельзя. Ну, чтобы догорал. Люди не разучились к огни жечь. Перестали хороводы водить. Это плохо. А хорошо, когда люди ходят танцы по кругу. Танцы солнцу. Хорошо, когда живут в астрономическом солнце. Не в каких-то, не по каким-то смешным, нелепым сказкам, а в самые реальные энергии. Энергии солнца и луны. Те, которые, правда, жизнь дают. Те, которые были миллиарды лет до нас, миллиарды лет после нас будут. Сейчас это же сейчас жмень взял. Поэтому... Так, девочки левой ручкой берут, мальчики правой берут жменьку для даров. Девочки левой? Да. Так, может сначала мы можжевельник пожжем? Давай. А потом дары будем. Значит, сначала можжевельником мы окуриваем очищение. Можно друг дружку окуривать, прям вот и ножку поднять вот так. Чтобы прям дымок пошел вот хороший. Мальчики правый. Можно потом еще раз подходить вот дымком, окурить себя, пространство, а потом опять подходить. Девочки,
Выпускаем и как лучики разбегаемся в разные стороны. Оп, Оля. Я еще этот заговор скажу, хотя. Да, 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 давай. Что это? А мы за руки беремся. Да. Так, мальчик, девочка. Сойди, благодать Божья, да на свято капище, да на наше требище. Здесь сила бродит, круг хороводит, беду горе отводит от родной земли, от родных дымов. И ныне, и присно, и во веки веков. Слава богам и слава предкам. Слава богам и предкам нашим. Слава, слава богам и предкам нашим. Слава богам и предкам нашим. Ура! 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 Хорошо. И теперь мы станцуем танец стихий, но я не шибко певица, буду запевать, подхватывайте, потому что мы уже настолько одичали, что забыли наши песни. И мало кто знает слова. Ну, что пойдет, то и будем. Поскольку сейчас у нас дни живы начинаются, то мы живо матушка и споем. Кто знает, пойте громче. Кто не знает, подпевайте как сможете. Только не молчите. Потому что нам надо петь хором, чтобы была гармония. По часовой стрелочке. Живо, живо, матушка. Я не знаю, что это.
начинаешь играть там, дома. И тогда она звучит. А когда вот от настроя много зависит, то там уже люди сами играют. Вот мы закончили последний круг, замкнули большой внешний круг. В этом скальном круге. Работы получилось часа на 2.5. Сакральный круг замкнут лабиринтом. Представьтесь, пожалуйста, если можно. Это художник, создатель пантеона славянских богов. Имя, фамилия, отчество? Да, нет, представьтесь, как вас зовут. Надежда. Ну, фамилию, если можно. Семушина Надежда Станиславовна. Спасибо. Вот художник алтайский. Сама барнаульская, родилась там. Да. Подмигивает одним глазом. Вообще.